Всем добрый день, дорогие друзья. Это уже день другого дня, но я сегодня хочу смонтировать видео за вчерашний день, как я вчера делала ремонт коридора, как вы по видео увидите все. Надеюсь, сильно осуждать не будете. Ну, как смогла, так и сделала, но еще не доделала. Сегодня хотела продолжить, но чувствую, что я не могу. У меня спина очень сильно болит. И от спины у меня болят ноги. Поэтому я сегодня намазала себя мазью. Закуталась вот так вот кофтой спину себе. И грею вот так вот ее. Потому что я не могу вообще. Сильно болит спина. В целом, какая у нас погода? Погода у нас сегодня на улице -27 градусов. Я не повела детей в садик. Я не отправила учеников в школу. Я просто предупредила учителей, что ребята не пойдут, так как у нас автобусы ходят. Ну, когда ходят, когда не ходят. Один раз вот они у меня постояли нынче на остановке, после этого чуть не заболели. И сейчас вот они у меня пропивают курс витамин D. Витамины пропивает курс, чтобы не болеть иммунал. Обязательно курсами мы пьем постоянно. Ну вот как-то вот так вот. В целом у нас все хорошо. Муж сегодня опять дома, поэтому сегодня на нем готовку. Он сегодня с утра сварил кашу гречневую, а сейчас варит суп гороховый. Я пока отлеживаюсь, чтобы у меня спина отошла. Завтра буду доделать ремонт. Я сегодня хотела, но я ходить на ногах не могу. У меня верхней части икр болят вообще невыносимо, просто от спины такая боль идет, что, ну ничего, завтра буду доклеивать, завтра буду снимать опять, доклею, все вам покажу. Мне надо будет еще только туда потом еще бордюру купить, склеющиеся такие, чтобы наклеить красиво, потому что у меня упаковка просто попались плохие бордюры, поэтому мне надо другие купить, короче говоря. Такой же расцветки, но новую пачку. И сделать. А так в целом нормально. Сегодня муж уже приделал вешалки в коридор. В следующем видео покажу. Сейчас уже вставать просто не могу. А так в целом все хорошо. Дети делают уроки. Погода холодная, но дома тепло. Печки топятся. Дети, никто не болеет, все живы, здоровы. И всем вам тоже самое желаем. Надеюсь, что это видео вам понравится. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо за то, что вы остаетесь с нами. Дай Бог вам крепкого здоровья. Ну и всем говорю пока-пока. И желаю приятного просмотра. Всем добрый вечер. У нас же вечер, и я иду до подруги. Я на сынишке костюмчик отнесу. А то он сам не приходит, что за костюм. И она мне звонит, говорит, приходи, шаурму поедем. Вот иду в гости. Тут она недалеко живет. Поэтому прогуляюсь, отдохну немножко. От всей этой шумной феерии, что дома творится. Шум. Дети прыгают, скачут. Кошмар, короче. Без интернета им заняться нечем. И они скачут, как совраски. Я сегодня уже 2 таблетки обезболивающие выпила. Потому что голова не прекращает болеть. Ладно. Иду до подруги в гости. Всем добрый день, дорогие друзья. Это кадр с воскресенья. Я делала ремонт в коридоре. И вот сначала я ничего не снимала. Потом мне подписчица моя говорит, Настя, снимай. Это нам будет очень интересно смотреть. Поэтому я решила поснимать. Прошу строго не судить. Как могла, так и делала. Желаю вам приятного просмотра. Thank you.
Дорогие друзья, все доклеила вот этот вот угол. Этот вот получается мне на завтра буду уже доклеивать. Все, сегодня уже не могу, сил нету, надо еще ребятишек мыть. Поэтому вот так вот пишите, как вам. Марина, кыш отсюда вместе с Ваней. А то ходят тут голожопами. Знаете, в одного клеить вообще неудобно. Мне Света вот эту вот стенку помогла клеить, здесь один лист помогла, а дальше все уже сама клеила. И вот сверху все одна клеила, поэтому, надеюсь, судить строго вы не будете. Ну, вот так вот у меня получилось. В целом неплохо. Вот останется завтра здесь угол доделать и вот этот угол. Все, сейчас отмоюсь, полы в коридоре помою. Так, ну-ка, кушай отсюда. Окрасить косяки и все остальное будем уже летом с вами. Так что вот так вот. Ладно, умываюсь, моюсь, я сейчас в баню побежим. Все, помыла я маленьких, теперь у меня старшие идут в баню.
Это Света, Катя, Маша, потом Егор, а в последнюю очередь уже муж идет. В целом, помылись. Устала, как собака. Сейчас сделаю себе цикорий, потому что кофе закончился. И потом буду спать. Если вам понравилось такое видео, то не забывайте поставить лайки и подписаться на мой канал. Прошу сильно строго не судить. Продолжение ремонта вы увидите уже завтра, послезавтра, не знаю. Завтра доклею эту часть, потом приделаем вешалки, все сделаем и потом покажу уже конечный результат, как у меня получится. Если вам понравилось, не забывайте лайк поставить обязательно. Я вас очень прошу. И всем говорю пока-пока. Дай Бог вам всем крепкого здоровья. А это наш попугай Ксюша. Маша его снимала, поэтому вот некоторые кадры вам вставлю. Я так, по идее, в Инстаграм выкладывала, и когда отдыхала, но вот решила сюда тоже вставить, потому что, ну, не все подписаны на мой Инстаграм. Поэтому любуйтесь, Маша попросила вставить, оставляю. Строго не судите. Ребенок как умеет, так и снимает.